Всем привет, с вами Алекс Батхер, Айзекадам и Юрий Кот. И мы играем в GTA-шечку. Наконец-то, друзья, вы ее дождались. Я думаю, будет весело, угарно и, в общем-то, все замечательно. Если нравится, ставьте лайк. Ну, а мы продолжаем проходить задание. Да-да. Это одно из самых интересных, кстати, заданий. Посмотрите на этого чувака, блондина, негра или мулата, я не знаю, это просто... Ну, я, не надо меня оскорблять. Нет, вы на заточ просто посмотрите персонажа. У нас тут вообще компашка, что надо. А это дерьмо никак нельзя пропустить, да? Не-не, заставку не пропустим, уже все понятно. Печально. Да. Ну, баблишко, как обычно, делим на равные доли, чтобы никому не было обидно. 540 тысяч даю сейчас. На всех. О, сколько? 540 тысяч на всех. А, ну как раз машину прикуплю. Каждому примерно по сотке, наверное. По 100 с чем-то там выходит. Да, но там же ж я типа при начале, когда все это создаю, я аж закидываю туда бабло. Поэтому так, смотрите, да. У меня сейчас печь пишется. Побольше. Я типа пилот, стрелок у нас Айзек Адам. Наземная группа у нас... Я не стрелок, ребят. Давай менять. Давайте я буду наземной группой, я буду. Давай менять. Так, наземная группа. Теперь кто... Алекс, ты кем хочешь быть? Я в наземную группу. Так. Наземная группа. Team B у нас кто? Пилот. А ему вообще по херам за кого играть? Может быть, пилота ему дать? Дай ему пилота, будешь стрелять, как хочешь. Я стрелком буду. Теперь делим баблишко, да? Спасибо, у меня вообще-то два сотник. Подожди, я сейчас у себя... Я знаю, я понял. Значит... Ну, 30, наверное, я оставлю, потому что у меня там какой-то взнос небольшой. Да-да-да, так ты оставь, по сути. Сейчас, двадцарик. Все. Всех все устраивает, все хорошо? Сразу был готов. Да, все готовы. Хорошо. А где, почему не 100%? 30 и 20, 20 и 20, 60, 30, 90. Что за дерьмо, блядь, ёпта? Нормально. Какой-то обман. Я прям не знаю. Смотри, там синенькая какая-то часть, и она куда-то девается. Возьми себе эту половину часть, так как она тебе, я думаю, нужнее. Да. Ты же будешь еще взнос выносить, тоже не забывай. Ну, давайте. Все, в принципе, я готов подтвердить. Да. Погнали. Продолжить. Ох, сейчас будет жоподробительная, конечно, серия. Как всегда, короче, у меня это все жопы. Я надеюсь, что я все-таки смогу. Да сможешь, куда денешься. Так, я беру эту бронировку, да? Доминатор, подожди, ты не помнишь, как называется эта бронировка? Не помню. Вот, Курума. Курума, бронированный. Куркума. Кто водил и будет иметь сейчас? А, да, ты про машину? Просто дубля не могу отбить о чем-то. Так, ну я, в принципе, готов, и все. Вот они, наши звезды. Какой же все-таки уж штопичный вид у меня без очков, а? Нормально, покатит. Ну, тут все красавцы вообще с квадратными лицами. Так, вопрос, с кем мне садиться? Машинка у меня есть, давайте кто повезет. Юр, давай ты у нас бог вождения. Так, ну я себе свою вызвал, в принципе. Ну, а лучше вместе садимся, мы можем будет пропустить. Да, мы сможем пропустить до точки, когда будем подъезжать. Но твоя тачка стоит где-то за углом, насколько я понимаю. Так, да, за мной идите. А, все, идем. Все идемте, ёпта. Паренек! Нет, чувак, не надо! Блять, ему сказать никак не получится, да? Ну ладно, будем ехать, не вопрос. Садись за руль. И я ленивая жопа, чтобы ехать. Так, давай, все сели? Да, Алекс, давай к нам садись. Сейчас, минут. Че такое? Бегу. Погнали. Садись. Так, блин, паренек, уехал. Время, конечно, поездку так, я поставлю метку. Я метку поставлю, Юр. Да, давай. Так. Все. Я, пожалуй, переключусь, вид от первого лица. Давай. Было бы хорошо, конечно, это все пропустить, потому что 7 километров, это, конечно, ну, втроем, мы втроем этого сделать не можем, а почирикать есть о чем, в общем-то, ёпта, парни. Проблемы. Доедем. Ой, какая громкая группа. Ой, как громко. А что? Что громкое, то я поставил все. А. Нет, это нормально. Вот так другое дело. Так, тихо. Хорошо, выровнялись. Ни хера себе ты выровнялся, ты телепортнулся. Божественно. Это, конечно, немножко лаги. Да, ну с этим уже... Титры вообще кто-нибудь читает? Кто-то знает, что делать? Ну да. Я знаю. Я эту миссию смотрел со стороны, я, в принципе, знаю, что куда делать. Смотри, Юр, ты за кого играешь? В лоб. Это было красиво.
твою мать! Хорошо, извини за машину, буду должен. Юр, хочу сказать прикол один. Да. Если что-то с машиной будет, это не мои правила. Тебя могут списать деньги. А, да, не вопрос. Не вопрос, да, но уже мы уже утопили. Мы просто боги. Как выныривать, ёпта? Нормально, ребят. Лучше бы я за руль сел. Ну, я не виноват, что я вылетел, поэтому извините. Ну, да, просто. Ну, такое бывает иногда говно. А вёл я, в общем-то, даже неплохо. Давайте взять... Трактор, ребята, трактор. Да нет, есть машинка. Когда мы доедем на этом? Есть машинка, нормальная. Нормальная машинка, в принципе, есть. Ланос какой-то. Это машина? В принципе, если уж похрен, на чем ехать. Да ладно, давайте как-нибудь доедем. Ладно, главное доехать вообще. Да, сейчас. Но, я по своей старой привычке взял самое такое боржеобразное. А, ты на этом будешь ехать? Ладно, ну, давайте. Да. Раздельно поедем. Похер. Смотрите, сейчас будет просто лава, если я вас еще и уделаю на ней. Ну, давай. Да нет, попробуй. Это уже сомневаюсь. Попробуй. Она у тебя больше 20 раз не разгонится, это тебе гарантирую. Ну, как тебе сказать? Может быть, тебя все-таки забрать? Хорошо. У нее самое больное место это в гору. Может все-таки забрать? Или нормально идет? Ну, вы посмотрите по карте, от вас, в принципе, сейчас не отстаю особо. Да, он недалеко. Да, в общем-то. Прям сзади. Так, наконец-то уши не раздирает голос диктора, ёпта, который нам рассказывал. Это Лестер, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, это не Лестер, это этот. А, это этот хер, да? Молодой ублюдок, да. Да-да-да. Который пытается нас убедить, что мы его не знаем, если что. Да все равно, если что, я выдумаю его сразу. 4,5 километра осталось, в общем-то. Половину уже поехал. Это как от моего дома до примерно до военного... До военки, да. Меня, честно говоря, парниша больше беспокоит. Он там сам сейчас все разрулит. Смотри, он первый поехал, он давно уже там, похоже, делал, тусуется уже. У него там разрулить сам он не сможет однозначно. Это надо честно. Он без нас никак не сможет улететь. Да. Ну, постоит покурить, что ничего страшного. Я надеюсь, он додумается просто. У вас, конечно, Юра, будет самое веселье. Да. Это я вам гарантирую. Мысли, жопа боль или интерес? Прям жопа боль будет у вас. У нас тоже так же. У нас клизмы, понимаешь, у нас клизмы еще будет, так еще легко будет у нас на душе. А вот у вас именно прям... Алекс, а стандартно по FPS это сколько? Ну, у меня от 30 и выше оно начинается. Но сейчас, я говорю, выше 40 держится под 50. Ну, у меня вот полтинник ровно, прям вот. Изредка просаживается. 59-60. 59-60 это все просадки, которые есть. Ну, слушай, прекрасно, хоть в 60 FPS пишись. Да. Ну, да. Ну, блин, не знаю, есть ли смысл. Ну, у тебя, Юра, это еще видеокарта хорошая, как бы, тоже нужно учитывать. Да. Как-то машинка себя ведет не очень адекватно, если честно. Я вот чуть-чуть крутанул колесо. Заносит. Да, здесь очень много машин заносит. Я вас почти догнал. Как ну, и мою машину. Почти не считается. Ну, если бы не вот эти идиотские трактора, из-за которых я поймал камень. Да. Ну вот, все, немножко еще осталось. Километр с хером. Да, я уже тоже скоро буду. Километр с хером. Знаете, главное, чтобы у меня игра не зависла во время того, когда будет само веселье. Сплюнь, не по дереву постучи. Это будет больно. По столу. Да не по себе. Стук такой навел только что. Так, ну что, полтора... О, нихера! Вот это я... Прям трактор, молодец. Молодец. Ну, молодцы, я вас почти догнал. Ну, почти не считается, я же говорю. Трактор. Но, тем не менее, расстояние сокращается. Ну да, так главное, что мы уже близко. Сколько там, километр осталось? Да пофиг, кто первый. Главное доехать, ребят. Главное доехать. А еще прикол будет в том, что когда мы будем отсюда сваливать, мы все будем за пулеметами, ну, кроме того. И придется там вот реально отстреливаться. Я вот прям хочу попасть за передний пулемет, который... Это прям просто будет весело. Нет, я буду с боковым, мне боковой больше нравится. Ну тогда меня на передний пустите, я на нем вообще... Я с него кайфую просто. Нет, мне нравится боковой. Боковой пулемет, а передний у него такие выстрелы. Он, видишь, у него выстрел одиночный, но если он попадает, он хреначит вообще как надо. Ох так. Ты, ничего себе, чувак. Ничего себе. Ты сразу сюда подогнал. Так, кто мне дальше ехать или что мне делать? Садись за вертушку. Все, я подъехал. Вертушку садиться? Угу. Да. Нет, я вперед не буду. Алекс, ты же хочешь вперед, правильно? Да, давайте. Сейчас. К винту главное не подходи. Ты просто. Ай, твою мать! Чего за херня? Ну ты и начал стрелять. Не стреляй ты!
не стрелять. Ты начал стрелять просто и... Перепугал их, да? Ну да. Да, да они... и не вздумай в машину палить, ты просто сейчас нас подорвешь. Я знаю, я не стреляю. Они шуганные немного тут были. Ну, нормалек. Я просто ловлю кайф от этого, ребят. Как там вид меняется от первого лица? А В. Я ж, ух ты, от первого лица попробуй, реально офигенно. Кайфово. Конечно, да, ребят, на подлете к лаборатории, пожалуй, лучше не стрелять все-таки. Да, давайте, по времени. Так, Алекс, мы с тобой будем прыгать, как я понял. Ага. А я остаюсь здесь? Алекс, кстати, Алекс, насчет этого прикола. Ты же хотел впереди сесть, не получится, потому что Юра будет сидеть. Похоже, вот дело. Я сейчас впереди сижу. А ты впереди? Нет, когда мы будем уже там. Похоже, дело. Я не уверен. Ну, посмотрим, как будет. Да. Без вопросов вообще. Я не думаю, что это сильно принципиально. Как бы. Да, самое главное, чтобы чувак потом не затупил, когда будет забирать нас. Ну, я думаю, что он уже эту миссию выполнять не первый раз, так что... Да, это раз. И вроде как будто бы он себя уверенно чувствует. Он даже первый раз приехал, даже все это сделал грамотнее нас, я бы так сказал. Да, поэтому я думаю, что он знает, что делать, в общем-то. Все, высоту давай набирай. Это мы тут на хлебнике прилипли к нему, короче, уже такие. Что делать, куда бежать, что делать? Знаешь, я вот от первого лица на него смотрю, ведь он у него, конечно, сосредоточенный. Я заметил еще, когда мы в комнате стояли. Так, давай, бери высоту, чувак. Так, я остаюсь в вертушке, правильно я понимаю? Да, ты остаешься. Если ты прыгнешь, то все, аж плохо все будет. Да. А ты сможешь, кстати, выпустить? Ну, мне нужно будет выпустить. Да. Так, что у нас там? У нас... А, да, парашютик, ну все, есть. Ждем, ждем, пока еще ждем. Доберитесь до зоны высадки. Не я сейчас прям, нужно, знаешь, прыгать. Алекс, а ты когда откроешь парашют? Я прям перед землей открою, чтобы прям экшен был. Нет, я не рискую так, я заранее открываю. Да не, ребята, да, давайте так, чтобы было все хорошо. Ну вот он кружится на месте, разве сейчас не нужно прыгать уже? А он может долететь до желтого. Он должен написать, что выпрыгивать. До желтого анального кольца, вот оно. До желтого. А, все, наверху, я понял, я просто не вижу. Вот ты понял. Да, нормально, я понял. Вот сейчас будет офигенно. Готовимся. Ну пошли. С богом, ёпта! Вау! Охереть, ребятки! Нормально! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, чё мне делать? Вообще, какая моя задача? Опа. Так, тихо-тихо-тихо-тихо! Я всё, я уже прилетел. Я почти. Мне чё-то кажется, что нужно было впереди садиться всё-таки. Я очень быстро открыл парашют, это мне дало очень большой плюс. Так, смотри, нам уже взорвать будет это дерьмо. Какова моя задача? Отстреливаться? Отстреливаться. Да. Скоро прилетят. Так, вы понимаете, сбоку это реально не очень удобно делать. Все. Ребят, я сейчас немножко пересрался. Я думал, сейчас захлестнусь об асфальт. Там просто, когда приземляешься, нужно немножко так, ну, послабить, потому что он с разгоном впечатывается. Я просто немножко по времени готов. Так, я вижу точки, но я не вижу куда. Куда, где, куда стрелять, ёпта. Куда стрелять? А, подожди, ну дожидайся их пока. Я вижу дорогу, но мой пулемет не достает туда, куда надо. Прекрасно. Так, самое главное, на рожон только не лезь сильно. Я сейчас оружие поменяю человеческое, мое любимое оружие. Так, машину вижу машину, не могу достать. Ёб твою налево. Я пошел. Ой, блядь, что такое? Зря он здесь кружится, реально. Не суйся вперед так быстро. Я это все уже проходил, я уже знаю, где они тут будут. Очень зря, что он здесь кружится. Так, блядь, куда я? Что-то я не туда пошел, что ли? Я не достреливаю! Я не вижу, куда стрелять. Ну серьезно, он так крутится, что... Тебе нужно было за пулемет, наверное, но... Мне нужно было впереди сесть, понимаете? Тогда было бы все нормалек. Все был бы айс, да. А подожди, а ты не впереди разве? Нет, конечно, я сбоку. Да блин. Тебе не ранили, ничего, все нормально? Нет, у меня вообще практически полное ФП. У меня тоже. Но у меня-то тяжелый. У тебя тоже должен быть тяжелый. У меня легонький. А, легкий? Да, у меня уровень не позволяет. У меня, в общем, второй ступени. А вы чё, охренели, ребят? Твою мать, пулемет так не выгибается, как мне надо. Это жопа боль вообще. Да, это пиздец. Так где вы, блядь? О, я не знаю, чуваки, как я буду стрелять. Но он же должен понимать, что я сбоку сижу, господи. Или он не понимает этого? Я не знаю, он должен понять, блядь. Если он не даун, или ДЦПшник какой-нибудь. Да я думаю, что нет. Ну если он взлетел, то, блядь, естественно, он не ДЦПшник. Вот, да.
Ну может да, он, блядь, долбоёб какой-то. Хорошо, вертушку ёбнул одну, уже есть такое. А что? Дело. Сюда, а, блядь, сюда, что это я, блядь, туплю? Я уж просто подзабыл сам уже, сколько не играл в эту игру. Нормально. Так, готов? О, сейчас будет. Так, шо? Тачки, тачки, тачки. Давай, лети, ой, дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, я не вижу, не вижу, не вижу. Лети, лети, лети дальше, лети меня дальше. Меня залагало просто, понимаешь? Да я не... Лети лепесток, да? Мне похавать надо. Мне нужна еда. Еда. Твою мать, пулемет просто не достреливает до той точки, куда мне надо. Жру прям не в самом подходящем моменте. Красно. Так. Вертолет, вертолет. С машинами, я думаю, вы сами справитесь так, при помощи, да, пистолетов, правильно? А вот, вернее, огнестрела. А вот, ну вы поняли, о чем я говорю. Да, да. Так, вот сейчас самая боль будет, но спасибо, что у нас связь есть между другом. Твою мать! Так, а ты когда уже будет, когда, да, да, готов? Подходим, нажимай. Сейчас, погоди, встану. Нажимай. Так, на счет три? Да, раз, два, три. Так, вертушка ушла. Подожди, что за нахуй? Сейчас, 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 нормально. Так, стоп, да, так. На интер нужно, да, нажимать? Да, давай, еще раз, на счет три. Раз, два, три. Все. Когда, короче, я играл с чуваком одним, я там вообще, блядь, мы охуевали, что делать вообще? Так я говорю, если бы не имели голосовой связи, было бы вообще... Да, хорошо, было бы очень хорошо, тяжело. Хорошо, хорошо, твою мать, давай, целься, господи. Держитесь, держитесь. Не знаю, надо было впереди садиться, вот, ребята. Здесь компьютер украсть, блядь, и мне поставить домой. Так, все, здесь 100% мощный, блядь. Норм, бежим. Так, ну да. Я немножко почистил тут. Замечательно, пойдем. Самую малость. А, блядь, не это, что тут прям... Стреляю куда могу. Так, я просто да хера не играл. А что ты мне? О, две вертушки. Поднимайся, опа, твою мать, по нам целятся, господи. Готов? И... Сейчас будет весело. Только держитесь. Охереть. Парни, только держитесь. По нам тут валят именно жестко вообще. А нас кого-то здесь гладят. А это улет. Да. Хорошо, один готов. Второй, твою блядь. Мать. Давай. Вторая вертушка. Всегда бесит просто. Хорошо. Смотри, все, вертушек Алекс, нет. Алекс, ну ты знаешь, да, на shift нажимать, если что. Что-что? На shift нажимай. А зачем? Зачем? А, чтобы быстрее плыть. А, так я в курсе, как бы. Мало ли. Как плавать, я в принципе знаю. Замечательно, просто замечательно. Я играл просто с одним фруктом, блять, он нихуя вообще ничего не знал. Не знаю, единственное, что в этой системе плавания добивает, это необходимость... Так, стоп, а почему у меня... А, понял. Чё такое? Да я просто этот, дыхательный баллон не включил вовремя. Ну тебе, кстати, даже это на руку. Больше кислорода. Да, в принципе. Так, вертушки, вертушки, твою мать. Посмотри, у тебя, к тому же, если у тебя кислородная маска, у тебя еще дополнительно есть свой кислород, так что это... Да, я знаю. Сзади, господи. Ну я считаю, это должно хватить, я потому что плыву довольно-таки прицельно, сейчас немножко покрутился, но в коридор зашел и иду сейчас без остановок. С вертолетами пока, ребятки, все норм. Как бы. Да, да, молодцы, ребят. Я слышу там взрывы. Да. Там явно горячо. Там. Хорошо, говорят, пуканы там. Там пекло, там ад вообще полный. Вовремя свалили. Блять, куда ты? Так, давай плыви, блять, нормально. Тебе сказано. Какие взрывы, просто красота. Так, уже третий использует. Там один чувак, короче. У меня только первый. У меня три. У меня три штучки. Все осталось. Они, блядь, все есть. Я никого не вижу. Темно, как задница, твою мать. Да. А, ты это еще не видел, блядь, где мы плывем. Темно, как негр в комнате, да. Страшно подумать, на самом деле. С маленьким анальным фонариком на спине. И все. Это и даже не фонарик, это факел. Факел простой, который уже догорает, блядь. По-моему, он еще долго будет гореть. Так, вертушек пока вроде бы нет, да? Не знаю, мы отсюда не видим. У нас тут видимость, похоже, дело нулевая вообще. У нас тут своя атмосфера. Развлекались как могли, в общем, да? Блин, плыть тоже здесь, конечно, до хера, это конечно. Отбейтесь, говорит, от охранника. Нормально что-то. Даже с кислородной маской так очень тяжело плавать. Давление очень сильное будет. По идее. Да-да. Так, где? Что? Всё. Что происходит? Почти выбрался. Да, мы выбираемся. Мы уже на поверхность идем. Так, все, я сразу на поверхность пойду, чтобы это, мало ли. Я один раз так лоханулся, блин, думал, что это уже все поверхность, а оказывается нет.
Оказывается, хрен-то тамушки. А там еще плыть и плыть наверх. Ни хера не вижу. Все. Сейчас. Подплывайте. Прекрасно. Хорошо. А у тебя ракетница есть? У меня ракетница есть. Посигналить. Сейчас, да. Если что, блядь, свои ракетницы. О, смотри. Ребят, видите это? Ой. Я ничего не вижу, я сосредоточен. Мне нужно просто, чтобы было все хорошо, красиво. У меня полжизни, кстати, нас. Осталось. Если я вручу. Уже заебался стрелять. Нормально. У тебя осталось полжизни? Да. А у меня почти пол. Видите нас? Поднимайся, твою мать. Блядь, надо было, чтобы, наверное, чтобы ты был за этим пилотом. Если чувак вообще не понимает, что да как. Это, ребят, еще на этом не заканчивается, эта история. Да-да. Сейчас самое веселье будет. Ну чё там, уже крутитесь, а? Да идите к нам, чё, ребят. Ладно, хорошо, так уж и быть, пущу свою любимую ракету. Только не по нам же желательно. О, улетело в космос. Ну ладно, еще последние две штучки остались. А я не вижу, где они. Они где-то в проходе, походу. Ну, мы на пляжу. Да я не про вас, я про охранников. Он хочет что, всех поубивать? Нахера их трогать? И ждите сигнал. А что будет, если я, например, тебя, Алекс, пальну? Лучше не надо. Блин. Так же буду экспериментировать на себе постоянно. Да ёпта, я не могу зацепить его. Господи. Блять, я вас вижу, ребят. Ой, это боль. Это боль. Давайте к нам, ребят, ну хватит уже. Ну я знаю, не ты виноват. Напишите ему, ёпта, я занят. Так, я подожди. Один человек остался, реально, вообще, один-одинёшенек. Как это, чат открывается, ебаный? Чат Т, блядь, нажимай. О, он летит, Летит, гоу. Наконец-то. Я ему это в чате сказал, так, давай, сюда иди. Все. Алекс только убежал. Да я уже спускаюсь. Я просто не хочу полететь отсюда. Я прикинул, короче, такой фейл. Так, давайте, ребят, садитесь. С камней упасть и помереть. Кстати, скажите, вертолет сильно дымится? А то... Сейчас я вообще не... Сейчас. Да нет, вроде не сильно. Вроде вообще не дымится. Вообще вроде не дымится, да. Хорошо. Главное, на винты на задние не напаритесь, потому что будет смешно. Так, он русский, что ли? Не знаю, видимо, понял. Ну... Так, он же сейчас, вы слышали, что он сказал, да? Или нет? Да, я тут тоже что-то слышал, но я не разобрал, что он вообще сказал. Я вообще ничего не слышал, потому что у меня голосовой чат отключен. Поэтому... Правильно сделал. Да, я тоже отключил, но почему-то сейчас у меня прорвалось. А, я просто я не полностью его отключил, я оставил его для банды и друзей. Понятненько. Куда мы летим вообще? Что какого происходит? Какого хера, блядь? Он ничего не... Стрельни с ракетницы. Ну тогда от них ничего не останется. Нет, просто сигнальность. Вот это мы сели, ёпта. Да ладно, ребята, вы что, хотите, чтобы мы туда пошли? Я не знаю, зачем. Вы сели, да? Ну, он как, он пытается, типа, сесть, но... Ну, ёб твою мать. Пойдем, Алекс, блядь, если они такие... Да, погоди, он вроде сюда пытается лететь. Нет, он сел, ждем. Так, а вы вообще далеко находитесь? Да недалеко просто, блядь. Такие. Иди нам. Я просто по метке вас вообще нихера не вижу, где вы вообще есть? Как-то странно. Очень странно, потому что мы вас видим. Топ. Например, я вас вижу. А я тебя нет. Я вижу тачку какую-то белую. Это вы? Нет. Ну, кстати, значок тачки белой. А, нет, это не мы. Ну ладно, я не вопрос. Вижу, где вы сидите, я сейчас к вам бегу потихоньку. Так, я беру свой любимый правый. Так, садись тогда вперед. Не, я вперед сейчас. Вперед пускай, Алекс. Ну, Алекс. Вперед, я думал, это он просто подбежал. А, да. Нет, я еще бегу. Давай. Он так, знаете, немножко в присядку бежит. Вот ты не пали. Да не пали, серьезно. А ему еще не будет, если я пальну. Я не смогу. Очень даже будет. Сомневаюсь как-то насчет этого. Да. Эй! Я не попаду, не переживай. Я опытный. Пулеметчик. Пулеметчик опытный, понимаешь? Я уже боюсь таких фраз, когда говорят, что я опытный там водитель. Как там ты говорил, жратвы можно себе пополнить, кстати. Так, а? Я сейчас пойду к вертолёту. Опа, вот он, первый летят. Уже почти разбомбили. Опа. Давай, твою мать, как близко. Охренеть, их тут сколько. Нормально всё. Разворачивай, я же не могу, я не вижу, куда стрелять. Я справлюсь, не переживай. Такой просто тогда и передний сможет тоже стрелять, кто впереди сидит. Но я зад не могу стрелять, у меня
Ну хотя бы, нет, вперед же ты можешь стрелять. Вперед, да, могу. Вот. Тяжело управлять, конечно, в воздухе. Ой! Охренеть! Охренеть! Это самый просто супер фейл. Это фейл. Ограбление не пройдено. Ну, немножко уровня у нас поднялось. Я не знаю, как такое может быть, ребят. А что это было? Скажите мне, пожалуйста, оно все заново будет или как-то сконтролировать? Так, пейджап. Давайте попробуем, давайте узнаем. Пейджап, быстрый перезапуск, да, тогда давайте. Ох, блядь. Ох, какая же это боль. Мы хотели просто пройти это все на, блять, по-бырому. Прошли. Ну, по-бырому не получается. Это GTA 5, парни, поэтому по-бырому все. А, нет, нет, все замечательно. Просто не хотелось бы это все по новой опять проходить, если честно. Не очень мне так. Не очень я так желаю проходить это все по новой. Да знаешь, это слишком затяжное. Куда ты палишь? Все нормально, я не знаю. Так, вертушку вижу. Вертушку вижу. Все, я конец. Ну, это нас подорвали вертолеты, да? Поднять. С ракеты нас пальнули. Я нос поднять не могу. О! Я нихера не вижу. Один так, у тебя, да, видимость просто плохая. Я не могу просто высоко задирать ствол, а вообще пушка убойная, она левее, довольно быстро. Левее поворачивай. Все, вижу вертушку впереди. Да. И все, не могу стрелять. Что такое? Не достает, да? Не. Вот сейчас так, нормально. Почти. Так. Все, хоть мы как? Ее в два ствола сделали, короче. Почти. Все, сделал я ее. Прекрасно. Так. Еще два остались. Правый он ближе к нам. Твою хоть. Мать, ну не виляй же ты, господи. Дай мне кончить. Хорошо. Отлично, еще один остался. Еще один. Вот он. Там. Понеслась. Да мы от него ничего просто сейчас не оставим. А да. Плачевно, что мы. Ой-ой-ой, о, все. Мы будем понятно. Макароны через этот вертолет просеивать. Все. Почти так, доберитесь пошли. До места сбора. Ой, какой вид. Кстати, если есть у кого-то возможность, сфоткайте, потому что у меня что-то эта функция не пашет, к сожалению. Что делать? Сфоткайте. Вид по правому борту. А-а-а. Горы, типа. Кстати, да. Горы, закат. Да, красота. Эпично смотрится. Да, у меня сфоткается. Хорошо. Так, ну, я так понимаю, что сейчас только осталось залететь до желтой точки и все? Да, по-моему, все. Да, во всяком случае, я так помню. Да, все. Отлично. Там еще супер. Нас небольшой сюрприз ждет. Это какой? С вертолетом. Ну, мы его нахер разорвем просто, блядь. В смысле, еще кто-то будет стрелять? Не, мы его просто в жопу взорвем. А, вот так вот и все. Ну, он там один, короче, да? Ну, наш этот вертолет. Ага. Ребят, я вас умоляю, не палите никуда лучше. Да, не стреляй пока. Пока не появится красный крест или красная точка. Да. По красному кресту, конечно, тоже лучше. Вы же все помните Сан-Андреас. Кстати, вот это место болота. Это же болото, да? Какое-то болотистое место. Это не болото, это водохранилище. Место получится. Ну, смотри, там воды-то. А, да-да, вода. Да, это водохранилище, дальше дамба будет. Ну да, вот трубы типа идут, все дела. Ага. Не, закат шикарен. Не знаю, как у кого, но у меня на 60 FPS шикарен. Не знаю. Спасибо, у меня, в принципе, смотрится тоже офигенно. Круче только в Расте. Так, нас сейчас ждет это. Круче только в Расте. Не, ну там реально, там он вообще невообразимый. Ну да. Так. Присаживаемся. Я надеюсь, он присаживаться будет не так же, как в первый раз. Я тоже надеюсь. Нет, здесь ровнее просто все. Ну, просто он куда-то мимо уже угандошился. Да нет, не так же быстро! Аккуратнее, нет! Чуваки стоят такие, смотрят, вот охерели, что ли. Сюда, давай, вот видишь, я тебе показываю. Все, сел. Села птичка. Ну, честно, он водит лучше, чем мы все. Ну, нет, да. Парень справился на пятерочку, мне показалось. Ну, на четверочку с плюсом. У нее вот этот телохранитель, блядь, он что, у него 100 жизней, что ли? Его в первой, в начале миссии убили, потом опять убили. Здесь он опять живой. Одинаковые просто. И она их как пачками просто меняет. Она же из ФБР, понимаете? Точнее, бывший ФБРовец. Бывших ФБРовцев не бывает. Чиквак Наггетс помогает. Че она дает? Гранату нам дает. Ну да. Дай. Ах ты, взял. Это кекс. Даже я взял гранату. Кек, Зорбек. Ах ты, смотри. И такие. Yeah. Как в кино.
Я надеюсь, все помнят, да, мемасик про взрывающийся вертолет. Да, 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 да. Так, серебро, серебро. Серебро. В смысле, блядь, золото вообще дом, я считаю. Зато у меня, чуваки, есть 540 косарей. Ну, в смысле, 216. Сколько? 540 это общий. 108 тысяч мне дали. Нормально. Без быстрых перезапусков, блять, если мы прошли бы без быстрых перезапусков, точнее, ну без этого, без смертей, то бонус там дали бы еще. Да нормально, еще я не парюсь вообще по этому поводу. Я еще левел апнул даже, 28-й теперь. Ю-ху! Ну я во время неудачного апнул еще. Или я? Я думал, у меня сейчас просто игра повисла, белый экран резко так это. Не, есть такое дело, есть такое дело. Ну сейчас дождемся, когда у нас там будет чаепитие, бонг, вино, кто там еще любит. Это стриптиз-бар. Да-да-да. О, нормально, нормально. Угадал. Завершено. Отлично. Так, ну а что будет в следующей серии, как мы будем вообще это все делать? Я это думайте сами, решайте сами. Так, ребят, я следующую серию предлагаю начать с, например, поездки за машиной. У меня, думаю, баблосика хватит, чтобы что-нибудь такое начального уровня покупить. И, кстати, еще начнем ограбление банка. Да, хватит. Серьезное ограбление банка уже, не шутки-хуютки, а вот уже реально. Ребят, вы меня видите, да, около... А, кто там деньгами сорит? Это этот чувак. Вот, я кидаю. Последние копейки. Я стою в сторонке, поражаюсь этим двум мудакам, которые члены между ног, которые кидают бабки непонятно кому. Лучше бы мне покидали свои бабки. Я, по-моему, красивее, чем эта сучка, которая на шесте крутится. Так, ну-ка. Так, ну что, ребятки, будем тогда заканчивать. Да-да. Если, друзья, подписчики, зрители, подписывайтесь на каналы. В общем-то, они будут ссылочки в описании. Если понравилась серия, ставьте лайки. А мы будем продолжать уже в следующей серии. Всем пока. Конечно же, комментируйте. Да, всем пока. Само собой. Пока.